Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале снова. Сегодня хочу вместе с вами приготовить очень-очень вкусный кулич, который я готовлю на каждую Пасху в обязательном порядке. Беспроигрышный вариант. В моей книжке он называется «Польский кулич», поэтому так и назову «Польский кулич на Пасху». И для начала мы должны сделать опару, подождать минут 20 и замесить очень вкусное тесто. Для опары мы возьмем следующие ингредиенты. В миску вливаю молоко. Молоко у нас теплое, то есть немного его нужно подогреть обязательно. Теплое, но не горячее. Если будет горячее, дрожжи, да, которые мы сейчас будем использовать, они у вас погибнут. И тесто не получится. Дрожжи всыпаем. В обязательном порядке дрожжи берите качественные и лучше берите быстродействующие. Так. И сюда чуть-чуть я от общей нормы положу сахар. Сахар кидаем в опару, кладем для того, чтобы быстрее активировались дрожжи. Сейчас они у нас сами разойдутся здесь. Переживайте. Так. И, естественно, муку. В обязательном порядке. Рассеянную. Обязательно. Так. Добавляю муку. Так. Наверное, количество точное муки не буду писать. Лучше я вам покажу, какая должна быть консистенция опары, а в дальнейшем и тесто. Так, перемешиваем. Видите, как дрожжи быстренько вместе с мукой вступают как бы в реакцию, да? Вот эти вот пузыри, они уже говорят о том, что дрожжи качественные, и они у нас будут работать в тесте, и тесто у нас обязательно получится такое, которое нужно. То есть при выпекании обязательно у вас выпечка поднимется и будет очень хорошая. То есть, если вы не уверены в своих дрожжах, обязательно нужно их проверять. Так, это у нас будет опара. Сейчас покажу, какая консистенция. Такая жидкая сметана, да? На этот раз не густая сметана, раз жидкая сметана. Так. Перемешиваем до однородности ингредиентов. И кладем в сторону. Так, вот такая вот консистенция. Обычно жидкий бисквит, когда печем, я вот так вот. Все. И я хорошенько это дело закрываю. Естественно, чистым полотенцем кладу в стороночку на 20 минут. После этого продолжим, дорогие мои. Продолжаем, дорогие мои друзья. На этом этапе вам хочу показать, как у нас подошла опара. Посмотрите чудеснейшим образом. Дышит прям. Все так должно быть. Это наши опары. И мы теперь в эту опару должны, значит, добавить следующие ингредиенты. Тут у меня изюм. Он у меня еще пока постоит, потому что я сюда добавила пару столовых ложек коньяка. Можно взять ром. Если хотите, пропустите этот момент. Совсем не обязательно. Но, естественно, нужно сначала хорошенько помыть изюм и дать, чтобы стекла вода, и потом только добавить, значит, коньяк либо ром. Это для вкуса, совсем не обязательно, можно пропустить. И теперь сюда же я добавляю, значит, цедру от одного апельсина и лимона, либо по пол цедры, либо одного, либо другого, как хотите. Цедру натерли,
Добавляю сюда немножечко на кончике ножа соль. Соль добавляется в основном для усиления вкусов. Да? Сюда же я добавляю яйца. Слегка вот так вот перемешаю ручкой и добавляю тесто. Так, перемешаю. Все ингредиенты, конечно же, берите комнатной температуры. Сюда же добавляю масло либо маргарин. Он у меня, как видно, подтаял. Также добавляем сюда, значит, добавляю сахар. Вот спрашивают, можно добавить поменьше сахара. Это, конечно, тело ваше. Можете, конечно же, добавить поменьше. Пока я добавила 300 грамм, там я посмотрю. Если надо будет, я еще чуть-чуть добавлю. Так, и теперь сюда же я добавляю изюм. Одеваю перчаток. Тесто у нас будет такое неплотное, то есть месить мы его не будем. Сейчас посмотрите, какая консистенция будет. Вот так вот руками мнем, и у нас здесь масло уже само по себе уже растворяется. Быстро-быстро видно, да? Вот так вот. Днем и все. Не надо его растапливать, ничего. Все. И уже будем смотреть на консистенцию и добавлять сюда муку. Так, тесто у меня уже готово. У меня ушло где-то 0,5 килограмма или 600 грамм муки. Вы уже будете готовить по консистенции. Посмотрите, какая консистенция получается, да? Такая не жидкая и не густая. Вот такая вот. Так. Очень вкусно пахнет, невероятно пахнет цедрой. Коньячком очень-очень вкусно. Так и хочется прямо сейчас взять и съесть. Очень вкусно. Теперь нам осталось тесто положить по формочкам и подождать еще минут 30-40, чтобы форма, оно уже приняло свою форму. Поднялось. То есть так. Сейчас продолжим. Так, и нам осталось подготовить нашу формочку для кулича. Так, сюда чуть-чуть я капаю масло. Можно взять растительное, можно сливочное. И вот так по всей форме размазываю. Так. Чтобы везде попадало масло. И теперь сюда нужно потрусить немножко муки. Так. И лишнее стряхнуть. Все, формочка готова.
И нам осталось сюда положить тесто. Тесто беру вот так вот ложкой. Так. И выкладываю форму на, наверное, так, на половину, да, высоты вашей формочки. Формочки могут быть любые, какие у вас есть. Можно взять ковшик и сделать вокруг бортики из пергаментной бумажки, да. И, значит, выпекать там. Если, конечно, у вас нет таких вот удобных формочек. Кладу тесто. Вы, наверное, уже по консистенции догадались, да, какое должно быть тесто. Вот такое. Выкладываем. Тесто, конечно, по вашему выбору можете положить также сухофрукты любые, цукаты. Мне больше нравится с изюмом, поэтому я всегда кладу сюда изюм. Вот так вот. И если у вас будет формочка такая, то у вас получится из этого количества два таких хороших добротных кулича. Вот так вот кладем. Ну и еще чуть-чуть. Все. И вот так вот хорошенько по всей поверхности красиво распределяете. Красота. Таким вот образом оставляем на расстойку минут 30-40. Ну и уже будем выпекать. Там уже встретимся. Красота. Все, теперь, значит, куличи в формочках мы должны закрыть полотенцем, да, накрыть чистым. И будем, значит, ждать, пока они у нас увеличатся в размере, и мы будем их выпекать. Друзья, продолжаем. Хочу сейчас показать, как у меня хорошо поднялись куличи. Посмотрите, как они увеличились в объеме. И теперь я их должна поместить в хорошо разогретую духовку под 180 градусов. Будем выпекать куличи. Они пекутся минут 40. Минут 40. Вы должны посмотреть по своей духовке до румяного такого хорошего оттенка. Да, и смотрите, чтобы не подожгли. Все. Вот, дорогие друзья, посмотрите, как у меня шикарно испеклись куличи. Да, у меня они были в двух формах, как я уже сказала. Из этого количества получается два кулича. Диаметр форм потом напишу в описании. Посмотрите, какие добротные, да, высокие куличи. И, естественно, я должна приготовить, поскольку это пасхальные куличи, я должна приготовить помадку для них. Но мои дети не в ладах с этой помадкой, я приготовлю для одного кулича. Итак, здесь у меня находится сахарная пудра. И на нее я должна влить 2 столовые ложки горячей воды. Видно, да, еще идет пар. 2 столовые ложки, это много. Так, и выжимаю сюда 1 столовую ложку лимонного сока. И хорошенько перемешиваю. Хорошенько перемешиваем. Должны получить помадку. Буду украшать свой кулич либо сухофруктами, сейчас посмотрю, либо
орешками разными, да, вы смотрите по своему выбору. Я покажу, как будет выглядеть в конечном итоге. И покажу, конечно же, в разрезе. Хорошенько нужно растереть. Если у вас есть рецепты других помадок, там можно готовить на молоке. Да, можно сделать просто шоколадную глазурь. То, что любите. Для себя я приготовила на один кулич помадку, да, а в рецепте в описании напишу на два кулича, чтобы вот как видно, вот этого всего мне хватило на один кулич. Вот. И так, конечно, уже красиво. Но поскольку мы готовимся к Пасхе, хотим, чтобы было еще более краше, по этому поводу я тут подготовила разные орешки и буду украшать именно орешками. Да, вот в разных местах хаотично раскладываю по выбору, да, разные такие орешки. Красота. И, конечно же, они липнут к помадке, никуда не скатятся потом. Красота. И, конечно же, покажу сейчас в разрезе. Все уже очень красиво, очень смачно, невероятно пахнущие куличи. Дорогие друзья, обязательно приготовьте. И в комментариях напишите, понравился вам этот рецепт или нет. Так, сейчас в разрезе я вам покажу. Красота. Думаю, тут уже нечего сказать и подолгу говорить, уже все и так понятно. Посмотрите внутри, какой цвет, как поднялся. Невероятный кулич. На этом, дорогие друзья, я завершаю это видео. И, как обычно, говорю вам, если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, делитесь им с друзьями, ставьте лайки, будьте позитивными на моем канале. И до новых вкусных встреч!